Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, we'll have it all you. You look so beautiful. Lapa de Canoa, e depois vai fazer o faz. В книге «Песни песней» написано,
8 глава, 7 стих. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Положить на веса любовь и все богатство, то богатство ни с чем не сравнимо, не сравнимо с любовью». Павел преодолевал расстояние, ехал через всю Америку. Почему? Потому что было там сердце, любовь. И это он делал без вздохов. Опять надо ехать, опять возвращаться. Ехал и не замечал расстояния, не замечал времени, потому что любовь. Большие реки не зальют ее. Я думаю, так и невеста говорит. Она говорит: «Возлюбленный мой лучше 10 000». Такие чувства, они в сердце добавляют энергии, любви взаимной. И Павел взаимно говорит: «Возлюбленная моя, ты прекрасна». О любви апостол Павел пишет, она радуется. Вот любовь радуется. Она долго терпит. Любовь все покрывает, милосердствует, не гордится, не мыслит зла. Любовь никогда не перестает, ни при каких обстоятельствах. Она на следующий год та же, и на следующий, и так дальше, и дальше. Для любви тоже есть опасность быть угашенной, быть как-то вытесненной из вашей семейной жизни. И эти соперники, они называются как зависть, обиды, ссоры, разногласия, непрощение. Они всегда хотят воспрепятствовать, вот где благополучие, где хорошо, где мир, где понимание. Вот эти сорняки, они хотят проявиться и воспрепятствовать. Обращайтесь к тому, чье имя есть любовь. Написано: Бог есть любовь, поэтому к Нему обращайтесь, к Нему приходите, и Господь будет помогать и сопутствовать, и хранить вас в вашей совместной жизни. Ваша совместная жизнь, понимание, автоматически не всегда все складывается, как порою мы думаем. Нужно прилагать усилия, нужно прилагать старания для того, чтобы вы были самой лучшей семьей. И все мы разные. У нас взгляды разные, у нас понимание, у нас подход ко всем причинам. Мы цвет любим разный, мы погоду любим разную. Поэтому Бог дает для вас таких, с каким вы можете жить вместе. Для Кати дал здесь, в Нью-Йорке, такого брата, который может тебя понять, вместить, простить. А для тебя, Катя, дает такого брата или взаимно, что вы можете вместить друг друга. Вы можете сказать «Аминь». Аминь, конечно. В Библии то написано, что Бог привел Еву, девушку привел к Адаму и благословил их, создавая первую семью. Бог сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте ею». Для мужа Господь говорит, для жены Господь говорит. Павел, Господь говорит, у тебя будут обязанности для всех мужей, для Павла сегодня. Библия говорит, что муж есть глава семьи. Но если это слово взять и посмотреть в библейском словаре, что оно означает, и его поставить в свете Слова Божия, что оно означает слово «глава семьи», то порою даже какие-то мурашки побегут по теле, потому что тебе надо отвечать за ту прекрасную девицу, она будет твоей женой, за ее духовное состояние, за вашей семьи финансовое, за вообще климат в семье, за все, что будет происходить. Павел, на тебе, дорогой брат, ответственность. Ты глава семьи. Так Библия говорит. И не только говорит о том, чтобы быть главой, но говорит, что мужья, любите своих жен,
любить. И вот у тебя будет прекрасная девица, и ее нужно будет любить все время, постоянно, никогда не изменяться. Да, она может изменяться. Знаете, так Бог устроил женщину, она порою изменяется. Ожидает ребенка, изменяется, волнуется, переживает. Она такая чувствительная, поэтому она склонна изменяться. И для тебя нужно любить, какой она будет. Мужья, любите своих жен. И что написано, не будьте к ним суровы. И дальше написано, так мужья должны любить своих жен, как свои тела. Это повеление от Господа. Мужья, любите своих жен. Как Христос возлюбил церковь, так мужья должны любить своих жен. Для сестер, жен, Писание тоже дает совет. Сестричка, он немножко отличается от того, что мы говорили для твоего мужа, для Павла. И Писание говорит, чтобы жены повиновались своим мужьям. И написано, как Господу. Для выполнения воли Божьей кто-то должен быть главой в семье, а кто-то должен повиноваться. И как раз вот эта доля повиновения, она выпадает на тебя, Катя. Я хочу сказать, это не бремя повиноваться, это честь повиноваться. Почему? Потому что о тебе Библия говорит, что ты венец для мужа своего. И вся твоя жизнь, все, что ты будешь делать, твое украшение, твое одеяние, оно являться будет венцом для твоего мужа. Кто-то недавно был написал там, что жена в доме, она как пуговички, на ней все держится. Вот представьте, нету пуговичей, и вот все так как-то оно. А вот когда застегнули пуговички, и так все аккуратненько, все держится, все красиво. Вот для тебя Бог дал обязанность вот устроять дом. И написано, друзья, мудрая жена устрояет дом. Итак, Павел, мы обращаемся к тебе. Перед тобою прекрасная девица, которую полюбил ты, которой ты сделал предложение, она согласилась. Будешь ли ты любить, заботиться о ней, берегти ее здоровье, молиться о ней, благословлять, помогать, всячески содействовать, чтобы ваши отношения друг с другом были на самом лучшем уровне, в здоровье, а быть может, какая-то болезнь приключится, пусть Бог хранит, в богатстве, а быть может, не будет столько богатства. Будешь ли ты любить ее и помогать, и заботиться? Когда ты будешь смотреть на нее, скажи свое слово «да». Буду. Буду. Да. Да. Пусть Бог благословит. Сестра Катя, перед тобою красивый, рослый, полный сил, энергии, молодой человек, которому ты сказала «да». Выслушав Слово Божие, будешь ли ты повиноваться своему мужу, любить его, почитать, заботиться, и это делать во всякое время, в здоровье, в благополучии, при изобилии, а быть может, этого не будет во все дни вашей жизни. Если ты согласна, скажи свое слово «да». Да. Вечный Бог, я благодарю Тебя, Господи Иисус, за все, Господи, что Ты даровал нам, Господи. Ты помог нам до сего места. Ты благословил этих 26 лет моей жизни, что я мог прийти сюда, Господи Иисус. Я благодарю Тебя за маму с папой, которые Ты даровал мне, Господи, что они молились за меня, когда я был непослушный, и Твое благословение было на мне, Иисус, слава Тебе. Хвала Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты подарил мне Катюшу, мою жизнь. Я благодарю Тебя, Господи, и за ее родителей, что ее воспитали в хорошей семье, Господи, что и она Тебя любит, как я Тебя люблю. С этого момента она будет моей женой, Господи. Даровай мне любви для ее, Господи, чтобы я любил ее и любил
Тебя, и мы вместе любили Тебя, Господи. Ты благослови нашу жизнь с этого места, Господи. Даровай нам деток, Господи Иисус. И Твое благословение, Господи. Иисус, благослови. Слава Тебе, Отец. Иисус. Аминь. Господи, я благодарна Тебе, Господи, за этот день, который Ты даровал мне, Господи. Я благодарна Тебе за мою семью, Господи. Спасибо Тебе за маму, Господь, и за моих родителей, и за Пашу, Господи, и за Пашиных родителей, Господи. Я благодарна Тебе, Господи, помоги мне их любить всем сердцем, Господи, как своих родителей. Господи, я также прошу Тебя, благослови нашу совместную жизнь, Господь. Просто Твоя рука будет, Господь, над нашей семьей, Господь. Так, Отец. Благослови, Господи, и даровай нам, Господи, здоровых деток, чтобы и дай нам мудрости воспитать их правильно, Господь, по Слову Твоему. Тебе за все слава. Аминь. Боже, Ты видишь, Господи, меня, раба Твою, семью мою, Господи, Боже мой, Ты видишь, Господи, сына моего, Господь, который Ты дал, Господь, я благодарен Тебе. Ты видишь, Господи, Боже мой, и Господи, Катю, Боже, Господи, как невесту, Боже, невестку нашу, Боже. И мы сегодня, как родители, благословляем их именем Твоим, Господь. Я призываю Твое имя, я призываю святую кровь Твою, с темени головы до подошвы ног, покрой, Иисус, их Твоею святою кровью и сохрани, Господь, в этом мире, сохрани, дай им силы любить Тебя, невзирая ни на что, Господь, сохранить верность, Господь, Тебе во все дни жизни Твоей, доколе Ты, Господи, даешь нам жизнь, чтобы они любили Тебя, любили, Господи, народ Твой, любили церковь, Господь, были, Господи, рабами Твоими, исполняющими волю Твою. Я благодарю Тебя за сыночка нашего, Господи, слава Тебе, которого мы имеем, слава Тебе, Боже. И сегодня, Господи, Ты даришь ему такую прекрасную жену, Катюшеньку, Боже. Помоги, чтобы она нам доченькой была, Господи, чтобы мы любили ее так же, как и Павлика, сына нашего, Боже. Благослови их совместную жизнь, Господи. Умоляю Твое лице, благослови, Господь. Милость Твоя будет над семьей их, и Боже наш. Я благодарю Тебя, Господь, мой дорогой, Господи. За Катеньку, Господи, доченьку мою, Боже, Боже, что Ты хранил ее и благословлял ее, и сейчас ее благословляешь, Господи, и даровал, Господи, Пашу, Господи мой, Спаситель дорогой. Я благодарю Тебя, мой Господь, за Пашу, благодарю Тебя, Господи, за родителей Пашины, за эту дружную семью, Господи. Боже, Господи, Боже, я благодарю Тебя, Господь мой дорогой. Благослови, мой Спаситель дорогой, Господи, Катеньку и Пашеньку, Господи, благослови, Господи, семейную жизнь, Господь, которую они начинают, Господь, благослови, Господи, Господь мой. Господь, благослови, Господь, Пашу, Катю, Господь, будь с ними, Господь, храни, оберегай, во имя Иисуса Христа прошу Тебя, аминь. И мы приходим к Тебе и нуждаемся, дабы Твое благословение Ты излил сегодня на ихнюю совместную жизнь. Из двоих соделай одно для славы Твоей, чтобы они жили друг для друга, чтобы они заботились друг о друге, любили. И те слова обещания, которые они сказали, они сохранили и были верными друг другу до конца дней своей жизни. Отец, мы именем Твоим благословляем их, здоровыми детками, местом, где они будут жить, там, где они будут трудиться. Пусть Твоя благодать будет с ними. Мы это просим во имя Иисуса Христа. Дать, чтобы любовь, она сохранилась в их сердце на всю их жизнь. Безупречная, чистая, божественная любовь, которой бы они любили, доверяли, прощали, воспитывали свою семейку, и как дети Твои, как искуплены Твоею кровью, они служили Тебе и были для славы Твоего вечного имени. Пусть Твои благословляющие руки, они будут для этой семьи от этого часа
и на всю их жизнь. Храни в здоровье и благополучии. Мы предаем их Твоей благодати и Твоему водительству, Дух Святой. Руководи ихними путями, ихними сердцами, ихними мыслями. Пусть все будет для славы Твоей и для радости, и для блага, и для спасения их бессмертных душ. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете подняться. Павел, Катя, от сегодняшнего дня вы муж и жена. Никогда еще не были мужем, никогда не были женой. Поздравляю вас. И хочу, чтобы вы поприветствовали друг друга целованием, как муж и жена. На основании Священного Писания я хочу объявить их мужем и женой. Итак, отныне и навсегда. Артюх, Павел и Катя. И Библия говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely and most admirable, I will think on these things. Lord, I will think on these things. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is excellent and most worthy of praise, I will think on these things. Lord, I will think on these things. So God will deliver me, and the peace of God will bring truth to me, and the peace of God will take hold of the things of my life.
небес дана, как солнце луч среди заоблачных миров, пусть никогда не угасает послевок. Этот мир сейчас создан лишь для вас, радость глаз, нежность прав, счастью улыбнись, тихо помолись, белая пота, как любовь Христа. 15 лет назад мой дедушка желал нам на нашей свадьбе, он говорил так: до свадьбы, ну, для Павлика тоже поздно, уже свадьба, до свадьбы смотри в оба глаза внимательно, а после свадьбы так одним глазом и через пальцы, и будет все хорошо у вас. Люби ее, люби всегда, что бы ни случилось, пусть Бог благословит. Паша, you were like a brother to me, always with me, always there for me through thick and thin, and I wish the very best for you and for Katya in your life. Many showers of love and happiness in your life. I thank you for everything that you've done for me up to this point. You are awesome. I wish you the very, very best. God bless. Такой вещью вчера буквально я принял для себя, что благословляя других людей или говоря что-то хорошее для других, это как Божий принцип. Мы вызываем или благословляем себя и призываем благословение на свою жизнь. Поэтому все хорошее, что мы хотим сегодня пожелать, это, может быть, самые лучшие теплые слова, которые мы хотели бы, чтобы исполнились в нашей жизни. Чтобы Господь вас благословил. Это небеса открыли вам двоим любовь, храните ее. Это небеса несут надежду миру, веру и любовь. Это с небес сошел Сын Бога для того, чтоб я и ты любили и дарили всем свою любовь. Мир похож на сказку, глаза сияют, рука в руке, и сердце льется счастье, два сердца бьются в такт. Все кажется прекрасным, ведь рядом тот, кто сердцу дорог. Солнце светит ясно, улыбка на устах. Это небеса открыли вам двоим любовь, храните ее. Это небеса несут надежду миру, веру и любовь. Этот с небес сошел Сын Бога для того, чтоб я и ты любили и дарили всем свою любовь. Хочем пожелать вам каждый день начинайте и оканчивайте с молитвой. Старайтесь так, чтобы препятствия в молитве никогда не было. Это говорит о том, чтобы всегда за все друг друга прощали. И у вас все будет хорошо. Благословений вам. И чтобы вы в жизни могли плакать только от счастья. Благослови вас Господь. У нас было 3 свадьбы. И я всем своим детям пожелал, если вы будете друг другу уступать, и все у вас будет хорошо. Надо регулировать, чтобы было все хорошо, а не ставить свое. Господь благословит вас. Теперь семья – это не только все мне. Семья – это друг для друга. Пусть ваша любовь будет жертвенной. Павел и Катя – это праздник двух сердец. Это праздник двух влюбленных золотых колец. Павел и Катя – два голубя в руках. А у ваших мам слезы радости в глазах. Павел и Катя, Павел и Катя. Ну что мы вам пожелаем, Пашенька, Катенька? Первое, что, как вам сегодня уже было сказано, чтобы вы любили всегда друг друга. Потому что, как написано, любовь, она покрывает
все. Потому что, безусловно, вы сейчас начнете жить, будете видеть какие-то, может быть, недостатки друг в друге. Знаете, как говорят, начинается притирка. Вот. И вам, вы ее будете проходить. Это мы все через это проходили. Мы вот с женой уже больше 20 лет в браке. Вот. И мы тоже это проходили. Но потом вы настолько друг к другу уже привыкнете, что вы будете все покрывать. И так и этим всегда живите. Твое сердце – это самое дорогое, что у тебя есть. Это твоя Екатерина. Береги ее. Следи за ней. Люби ее, что бы ни случилось. Это твое сердце. Екатерина, твое сердце находится, ну, по-моему, все правильно. Береги его. Будь послушна ему. И почитай его. Пусть Бог благословит. Сколыхнулась белая вода, словно крылечаек над волной. Пусть тебе сияет жизни доброта и святая чистая. У нашего Паши в этих шариках есть вопросики. Вопросики о его второй половинке, о Кате. И когда будет шарик лопаться, оттуда будет падать записочка. Как сделал предложение? Вот так. Хорошо. Это вопрос Кате. В Калифорнии. Он с Ютики. Она с Вашингтона, а предложение в Калифорнии. Вот так, все очень просто. Хорошо, это было здорово? Да, понравилось. Самое главное, что ей понравилось. Хорошо, правильно, и ты делаешь шаг вперед. Угу, хорошо. Итак, вопрос к Паше. Когда у него день рождения? Так, стоп. На этот вопрос должна ответить ты. Угу. 2 сентября. Паша, правильно? Правильно. Еще шаг вперед. Какой у нее любимый цвет? Итак, теперь это вопрос к Паше. Розовый. Pink. Правильно? Вот так. Предлагаю так. Паше нужно сказать 1, 2, 3 комплимента. Любимая. Лапочка. Зайка. От всей души благословляю детей мне сердцу дорогих. Вам, Павел, с Катенькой желаю, чтоб вас Господь хранил в любви. Пусть Бог благой своей рукою ведет вас в жизненном пути, чтоб дружны были вы семьёю, всю жизнь в согласии прожили. Любовь желаю, счастье, милость и много-много Божьих сил, чтоб благодать на вас излилась и прославлялся Божий Сын. На протяжении вашей жизни желаю вам от всей души храните в жизни Божью милость, живите с Господом в любви. Нехорошо быть одному, сказал Господь, и потому все люди ищут на земле любовь свою. И где-то ходит по земле, еще совсем не зная обо мне. Да что от Бога мне дана, любовь моя. Привел Господь ее ко мне, забило сердце, трепет обо мне, и я узнал ее душой. Ты ангел мой, ты половинка лишь моя, ты самая прекрасная. О, Боже мой, все это сон, но я влюблен. Научитесь любить друг друга. Паша, научись любить свою жену.
Если научишь свою жену любить свою жену, ты тогда будешь получать взамен уважение. Катя, научись уважать своего мужа, и тогда ты обретешь любовь от Паши. Кто-то в этом мире сказал, что есть три вещи, которые нельзя обсуждать. Это свою жену, своего сына и свой дом. Почему? Потому что жена – это твой выбор. Сын – это твоя кровь. А дом ты построил. Если удачно – твоя заслуга. Если нет – твоя вина. Поэтому love and respect. One comes out of another. And both, или one cannot exist without another. Поэтому Божьих вам благословений. Любите и уважайте друг друга. Так где же живешь ты, наш вдохновитель? Где разыскать нам тебя? Бог есть любовь, и любовью дышат Божьи слова и дела. Теперь вот этот чайник, Паша, ты не забывай. Как Катюшенька устанет, ты во всем ей помогай. Чай ты, что ты завари, к чаю еще на стол подай. Просим, ты свою Катюшу никогда не обижай. Много мы вам подарили, упустив один предмет. Почему-то все забыли этот важный инструмент. Раскатать ведь тесто нужно, чтобы сделать пирожки. Как же это можно сделать вам без скалки и доски? Ах, яичница, глазуня, твои глазки хороши. И душистые котлеты все мы любим от души. Сковородочка при этом будет верно вам служить. В доме надобно и мило, чистоту во всем любите. Кровь Христова нас омыла, в чистоте сердца храните. Мы смотрим в зеркало не раз, чтоб видеть недостатки, и в тот же час исправить то, что не совсем в порядке. Пусть Божье слово будет вам, как зеркало души. В него смотрите чаще, в найдении в чаше. Дух Святой укажет вам на ваши недостатки, чтоб вы могли исправить то, что не совсем в порядке. Применять по назначению кулинарный инструмент исключительно для кухни. Дракам, розням скажем «нет». Жених думает, наверное, все относится к жене. Нет, дары универсальные, тут подарки и тебе. И всем вам приятного аппетита. Песня от жениха невесте. Есть под небом единственная та, и прекрасней нет. Бог меня навеки с нею сочетал. Сердце ты мое приняла, стала ты моей милой. Ты прекраснее многих жемчугов, чистая моя. Ты цветок мой. Милая, родная, верю я,
верю я и знаю, есть любовь святая, и она Богом нам дана. Милая, милая, родная, верю я и знаю, есть любовь святая, чистая и верная любовь. Милая, милая, родная, верю я и знаю, есть любовь святая, и она Богом нам дана. Ну, после такого, да. Замечательно. Поздравляю Пашу и Катю. Я не знаю, мы росли с Катей вместе, да? Я замуж вышла, мне 16 было. То мы с Катей как росли, как сестры вместе были всегда. Будем молиться за вас. Смотри, Катю, береги. Поздравляю. Берегите любовь к Иисусу, друзья. Друг к другу любовь берегите. Без любви жизнь прожить просто будет нельзя. И не тратить ее, но цените. Верь, надейся, люби. Вот девиз христиан. Пусть вас в жизни ничто не смущает. Жизнь загадок полна, как морской океан. Пусть Господь вас челнок направляет. Мы желаем, желаем вам счастья, много радостных солнечных дней. Пусть хранит вас Господь от ненастья, вы любите друг друга сильней. Мы желаем, желаем вам счастья, много радостных солнечных дней. Пусть хранит вас Господь от ненастья, вы любите друг друга сильней. Заботьтесь друг о друге. И помните, что ваши родители всегда-всегда помнят о вас и молятся. И вы всегда для них остаетесь детьми. Любовь пришла такая светлая, как с неба солнца луч. Соединила две судьбы в одну вовеки. Но лишь с Иисусом будет крепкий и надежный ваш союз. Любовь не смогут затопить большие реки. Пусть льется музыка, и пусть стучат во сердце в унисон. Но я прошу вас, не забудьте об одном вы. Вас ваши мамы, ваши папы познакомились с Христом. Вы за родителей воздайте славу Богу. И вы скажите им спасибо, прошедшие года, за детство, юность.
Всегда вокруг тебя людям говори только хорошее, Паша. Никогда не жалуйся на него, никогда не говори ничего плохого другим. И из-за этого в глазах других людей твой муж будет выше казаться. То же самое, Паша, если ты будешь все время только хорошее Кате говорить другим, она в твоих глазах и в глазах других людей будет намного выше. Благословляю вам с этим. Паше и Кате Божье благословение. Всего самого наилучшего. Любить друг друга. Жить любви, радости, славить Бога, никогда не забывать молиться. Дорогой Паша и Екатерина, я желаю вам Божьего благословения, и чтобы вы всегда на первом месте ставили Бога, чтобы вы молились вместе, трудились вместе, и знаете, чтобы ваша любовь никогда не сгорала, чтобы она зажигала других. Любовь не сказка и не сон, два сердца бьются в унисон, невозможно это объяснить. Без любви нам не жить, без любви нам не жить. Дает она надежду, но всем людям так нужна любовь, хочу еще раз повторить. Без любви нам не жить, без любви нам не жить. Любовь не сказка и не сон, два сердца бьются в унисон, невозможно это объяснить. Без любви нам не жить, без любви нам не жить. Дает она надежду, но всем людям так нужна любовь, хочу еще раз повторить. Без любви нам не жить, без любви нам не жить.